Дорогие друзья, всем привет! Я рада приветствовать вас на моем кулинарном балкончике. Пока мои соседи дали мне снять видео, не стукают. Мне же кто больше мешает, я своим запахом или они своим стуком? Так, начнем. У нас я продолжаю рыбную неделю. Все быстро, просто и вкусно. В СССР был рыбный четверг, а у нас рыбная неделя. Сегодня у нас великолепный стейк зубатки. Соль, перец. Теперь приготовим ароматную заливку. Укроп и цедра лимона. Все это мы хорошо измельчаем. Добавляем сюда один зубок чесночка. Хорошее сливочное масло. Соединяем чеснок, сливочное масло, укроп и цедру лимона. Выкладываем сверху рыбки. Лучше взять форму, видите, чтобы была впритык. Чтобы как это... Чтобы небольшая. Все, можно так запекать. Но у меня рыбка большая, я накрываю фольгой. Всего минут... В зависимости от размера. Свои я буду 20 минут запекать. 200 градусов 20 минут. Немножко убираем рабочее место. Прошло 20 минут. Посмотрите на это чудо. Красота. Смотрите, какая рыбка нежная. Сколько у нас получилось соуса, потому что сама рыба дала свой соус. Рыба невероятно нежная и вкусная. Горячая. Я хотела попробовать, но очень горячая. Всем пока и до новых встреч. Не забывайте подписываться на мой канал. Я вас жду. А мы с вами продолжаем рыбную неделю. Ну, так хочется попробовать. Рыбка просто невероятная. Я вас жду на моем канале. Будем дружить.